Здравствуйте. Меня зовут Сергей Буглов. 31 числа я скрывался от сотрудников ДПС на автомобиле Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился мой несовершеннолетний ребенок. Видео, я думаю, посмотрели многие. Я его сам смотрел и читал комментарии, осуждающие. Конечно, я с ними соглашаюсь, так как я поступил по отношению к ребенку и участникам движения, пешеходам неправильно. Я бы хотел перед всеми извиниться. Также я хотел бы сказать, что сотрудники ДПС все делали в рамках закона. Не останови они меня, я не знаю, что было бы. Они остановили нас. Про них тоже пишут, что они неправильно поступили, якобы стреляли по машине, но они стреляли по колесам, и они делали все правильно, так как могло бы произойти еще хуже. И поэтому хотелось бы, чтобы сотрудников ДПС сильно не наказывали, да вообще не наказывали, чтобы их, потому что вся вина лежит только на мне, так как они все сделали в рамках закона. Также я хотел бы извиниться перед всеми участниками дорожного движения, которых я подвергал опасности, также пешеходов. Это было все на оживленной улице. Ну, что еще бы я хотел сказать? Да, я поступил неправильно. Осуждают меня все. Ну, хочу сказать, что такого больше бы не повторится. Всю ответственность я беру только на себя и отвечу по всей строгости. Ну и все.